Дорогие друзья, всех приветствую в Канаде, всех приветствую себя на канале. Вот и наступил этот прекрасный, радостный, праздничный день. Ну, вернее, еще не наступил, но мы к нему изо всех сил готовимся. Самый главный праздник для всех, наверное, моих зрителей и для нас, для всех, где бы мы ни жили, в какой бы стране мы ни жили, но Новый год всегда остается самым главным праздником, который мы несем через года и с детства исправляем каждый год без всяких сомнений. У нас как бы это самый главный праздник. Надо одеваться, надо наряжаться. И как бы наряд на Новый год — это такое дело. Смотри, где вы будете встречать. Мы в этом году, наверное, пойдем в ресторан. Почему говорю «наверное»? Потому что мы, ну, как бы запланировали, уже там забили место, но надеюсь, что все случится, как мы хотим. Там будут танцы, там будет ужин, в общем, все как положено в Новый год. И туда надо надеть что-то такое красивое, яркое, блестящее, но не очень теплое. Вот, например, я сейчас стою в свитере, это не очень удобная вещь, потому что для ресторана, где танцы и много людей, это как бы немножко жарковато. Но люди встречают Новый год в разных условиях, в разных местах, поэтому я буду просто примерять всякое, что я нашла у себя дома, более или менее праздничное, новогоднее. Как видите, стою под елочкой, которую я нарядила. Буду скакать под елочкой сегодня, как зайка серенький. Единственное, что так жалко, там очень красивые лампочки, огоньки, а поскольку светло, то этого не видно. Ну, неважно. Елочка у нас натуральная, обалденной красоты. Ой, вкусно пахнет. В общем, короче, весь антураж на месте. И буду вам показывать всякие разные наряды. Очень многие из них спорные. Наверное, не буду сопровождать их комментариями, просто буду показывать, что я примеряю. Вот, что еще? Хочу сказать, что у нас два мероприятия. Значит, Новый год и Старый Новый год мы тоже пойдем праздновать в ресторан. Ну, вот так сложилось. Нас пригласили друзья в одно место, в другое. В общем, мы не могли отказать. И мы будем праздновать два Новых года, поэтому мне нужно несколько нарядов. Вот, и я начинаю свою примерку.
дорогие друзья, на этой радостной ноте я заканчиваю свое видео. Я ужасно устала, я вся разлохматилась. Вообще снимать видео примерок это большой-большой труд, это большая работа. Особенно дома, потому что в магазине вы все померили и отнесли назад. А здесь вот у меня тут поле, просто поле. Весь пол завален шмотками, обувью, в общем, короче, поясами, украшениями, которые я даже не стала примерять, потому что слишком много всего было. Все, я надеюсь, что вам понравилось, я надеюсь, что вы получили какое-то удовольствие, зарядились предновогодней энергией. Пишите, какой аутфит вам больше всего понравился, и что вам понравилось, и в чем вы будете встречать Новый год. Мне очень интересно. До новых встреч. Люблю, целую, всем привет из Канады.